Стихотворение Сергея Осипова «Соловей» похоже на письмо, которое хранит память тех дней, дней военных лет. На фронтовое письмо. А фронтовые письма бесценны. Они позволяют увидеть войну изнутри. На Приднестровье шел зеленый май. Светилось солнце в синеве высокой. Цвели сады, в огне передний край. И пепелилась у воды осока. Мы окопались, нас в земле не взять. И жерла пушек ветками прикрыли. Приказа ждали, чтобы разломать всю оборону, что враги слепили. Нас не видать, ни звука до поры. Враг бил по яблоням, как по мишеням, и мины ухали, как топоры. Но яблони не встали на колени. А соловей войны не понимал. Он пел, и если рвались мины, то на минуту песню прекращал в оглохших зарослях калины. А смерть грозилась, ухала, ревела, с плеча рубила молодняк в саду. А соловей земное делал дело. Он вил гнездо у смерти на виду.